Кашина. В коллективе танцев на колясках «Гротеск» я занимаюсь уже 10 лет. Пожелание к таким людям, которые по каким-то причинам попали в такую ситуацию, что необходимо жить в коляске, постараться перебороть себя, перебороть свои страхи, свои комплексы, выйти из четырех стен. В данный момент мы готовимся на Кубок мира, Кубок континентов. Будем выступать в общем составе, коллективе, ансамблем и соло.